Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Здесь лаборатория по очистке воды вот, в пруду. Сегодня третий день идет. Вечером будет третий день с момента добавления негашенной извести. Вот, каждый день вот образуется такая пена. Скиммер ее засасывает. Это вот, видать, со дна она поднимается. Ну, вода, как сказать, ну, наверное, да, зеленки чуть меньше стало, но все равно. Но рыба себя не очень чувствует вот в такой перекиси. Ой, перекиси это. Как ее называют там, гашеная известь. Вот. Это у меня булькает, работает озонатор. Он там снизу подается, проходит через трубу. Вот так. 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 И сюда выходит. Вот. По-другому не получается, иначе происходит у меня перелив. Чуть-чуть если вниз опускаю трубу, уже все, перелив идет. Поэтому экспериментирую с этим, да, вот, как я и говорил. Я просто сделал сюда, вот, она как бы работает, можно сделать, чтобы она через камни распыляла, но я буду опускать вниз тогда трубу. Если я опускаю вниз трубу, то, соответственно, у меня происходит здесь перелив, то есть еще не знаю, как сделать, но пробовал, можно этот шланг просто на улицу вытащить, и уже здесь ничем не пахнет. Здесь перестает булькать, и просто озон уходит вниз. Но получается маленькая площадь, ну, то есть вот в этом только гусаке перемешивается вода. То есть, ну, хрен знает. Зато будет проходить ровно 20, ну, 15 кубов в час через вот работающий озонатор, как бы тоже неплохо, потому что она там как вот сюда подается озонатор, и она, представляете, 15 кубов проходит, и как бы вот это все там расщепляется, грубо говоря. Ну и тогда, если я вот так сделаю, то мне по сути можно здесь сразу поворот вниз сделать, и все. Поэтому пока не знаю, пока думаю, может, вы подскажете что-нибудь. Как бы здесь на трубах все быстро делается, переделывается, да? Я думал, конечно, вот эту муфту, я думаю, еще поэкспериментирую, куплю такую вот муфту переходную, и вот эту вот часть я перенесу вот сюда в конец, чтобы она в конце накапливалась, и там либо на улицу шланг вытащить, либо также туда. Ну, короче, можно что-нибудь подумать, попробовать, поэкспериментировать. Потому что цена вопроса, ну, там, не знаю, 150-200 рублей. Ну, можно попробовать. Вода как была, такая и осталась, то есть негашенная известь не работает. Кто там мне все писал, добавь извести. От извести вон это, рыба подохла, вы добавьте. Толку нету от извести, еще плюс рыба дала кони. Поэтому остается у нас ультрафиолет. Как говорил, биозагрузку я убрал, поменял трубу, у меня как раз оставался короткий, он даже до пола не достает. Вот, короткую трубу я сделал, и просто в 150 сетку, 150 микрон сетка. Очень хорошо собирает мусор, вода вон чистенькая, ничего не плавает, даже мути не видно. Ну, то есть не мути, а взвеси нету. Вот, жду, когда придет мне 300 сетка. И, скорее всего, я сюда 300 поставлю, и все. Бак этот я куб оставлю,
Я не знаю, что из него сделаю, может. Может, большую сюда рыбу закину. А может, на следующий год у меня останется. Как раз я планировал из них делать отсадники для рыбы. Короче, пока вот так. Пока без биозагрузки. Еще такая тема, давайте пообсуждаем это в комментариях. Если этот бак, да, я там поменяю вот этот кран, да, уберу и сделаю прямую там трубу, чтобы вся вода без остановки вытекала оттуда. И полностью я его, ну, сколько у меня есть, да, вот, закину биозагрузки сюда. Она будет сухая, ну, то есть, будет вода протекать, не будет скапливаться вода. И вот как орошаемый фильтр. А сверху вот, ну, также через вот этот мешок нейлоновый, да, через сет. И вот будет она растекаться по биозагрузке. И дегазация будет происходить. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях, будет интересно ваше мнение тоже. Может, поэкспериментируем. Сейчас-то это уже просто сделать. Не надо ничего промывать, уже биозагрузка чистая. Так что вот, интересно это. Вот. Ну вот, такая вот пенка постоянно вот образуется. Поначалу так, конечно, очень много говна всплыло, вот, когда добавил негашеную известь. Прямо она, видать, со дна она ее подняла. Плюс аэратор работает постоянно. Посмотрим. Третий день, но как бы не работает то, о чем вы говорили, что сразу вот увидишь результат. Нет, не вижу результат, к сожалению. Так что, ладно, будем продолжать смотреть, экспериментировать, пробовать. И давайте пообсуждаем вот эту тему, да, с озоном и с биозагрузкой. Все, увидимся в новых видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!